хуторе Причитовки Маяковского района Республики Адыгея потерпел крушение мото-дельтаплан, в котором находились мужчина и женщина. Как было установлено следствием, женщина 96-го года рождения, жительница города Сочи. В результате крушения они погибли. Как сообщается, молодая женщина приехала на экскурсию со своим приятелем. Мужчина прокатился на дельтаплане, следом за ним вместе с инструктором решила попробовать его спутница. Но полет оказался последним. Что стало причиной, выясняют следователи. По результатам их проверки будет принято процессуальное решение.